Добро пожаловать всем, кто к нам сегодня присоединяется. Здесь, в Церкви христианской веры, мы искренне рады возможности с вами встретиться. Сегодня у нас немножко другой формат. Информация, которая предназначена быть, все, что касается в стенах по местной церкви. Но, я думаю, некоторые аспекты, на которые мы будем делать ударение, они важны, они применимы. В жизни каждого из вас. Поэтому в первую очередь огромнейшая всем всем-всем благодарность за то, что вы становитесь счастью нашего собрания. Будет это в прямом вещании, или, быть может, находите время, чтобы просмотреть это служение попозже. Как бы там ни было, мы бы хотели попросить вас, чтобы вы написали нам буквально несколько, несколько строчек. Info at info at cfcinfo.org. Не посчитайте это сложным написать нам э, и сказать несколько слов о вашем впечатлении от наших служений, о, о том формате, с которым мы приходим к вам. И, э, поверьте мне, мы не считаем это для себя как что-то само собой разумеющееся. Э, говорить с вами, используя при этом социальные сети и ряд других форматов, э, и делиться Словом Божьим, мы считаем это большой-большой, просто огромнейшие, огромнейший, огромнейший привилегии. Поэтому спасибо всем вам за то, что вы с нами. Ну а со мной здесь Андрей Малько. Спасибо тебе, Андрей, и также Юджин. Вообще, с чего мы начнем? Церковь, вот и я по себе говорю, да, я нахожу вот этот момент очень интересным, потому что это момент, о котором Бог говорил. То есть это доказывает, это демонстрирует, что Бог не человек, чтобы Ему лгать, и Он не сын человеческий, чтобы Ему изменяться. Есть э, такое Писание в 91-й в русском Псалом, э, где Слово Божье говорит: Насажденные в Доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. И там заканчивается э, этот Псалом такими словами. Они утверждают. Насажденные в Доме Господнем утверждают что праведен Господь, и нет абсолютно никакой неправды в нем. Бог верен своему Слову, и каждое Слово, которое вышло из его уст, оно обязательно придет в исполнение. Почему я об этом заговорил, Андрей? Потому что мы были с тобой, и не только были еще люди из, из церкви. Это уже был наш второй визит в Корею. Да? Я постоянно делаю ссылку на это. Это было захватывающее время. Мы Попали в этот Сеул, невероятнейший снегопад, один из самых больших за 70 лет. И э, очень такая интенсивная экскурсия, кроме ежедневных молитвенных собраний. Да, это атмосфера, в которую мы погружались, все здание заполнено людьми. И вот в один вечер мы должны были ехать в какой-то университет. Ты помнишь эту историю, да? И, и по дороге на, в этот университет там было сказано, что сам Йонги-Чо даст нам там несколько минут, он уже не, не в самом лучшем был физическом состоянии, даст несколько личных минут для, для аудитории. Ну и мы были частью этой команды из, из, из Сингапура, пастор Конги, они там методом, так сказать, выбора этих людей, кто же пойдет, чтобы с Йонги Чо встретиться. И, там мое имя было тоже озвучено. Где Сергей Голове, где Сергей Голове? Сергей Голове решил остаться в этот вечер в комнате, в гостиной. Я что-то что так уст... не от молитв устал, но просто что-то что я так устал. Говорю, я больше никуда не пойду, говорю, Андрей, мы в одной комнате с ним были. Или, если ты хочешь, иди, я просто остаюсь. И один из членов нашей команды потом приезжал и говорит, ты пропустил все. Ты просто все, тебя все искали, говорит, даже Конг тебя искал, говорит, Йонгичо пришел на встречу, ты пропустил так много. Я ему ничего не сказал, потому что с Йонгичо мы встречались еще до того, помнишь, да? Он нам дал 25 минут времени, все 45 минут уделил нами. Я почему говорю о том, что я ничего не пропустил? Настолько, насколько важна встреча. С большим человеком, да, с такого ранга, как Йонги Чо. Вот, вот это переживание, которое я имел утром во время молитвы и вечером потом в этой комнате, оно сводится к тому, что я уехал скорее с очень четким убеждением внутри себя, что Господь откроет двери для нас, что Господь откроет двери для нас, и мы приобретем другую собственность. Конечно же, мы вели речь о том здании, в котором мы сейчас. С вами сидим о том, что произошло, мы и не могли представить себе, и не могли даже и э, подумать об этом. Я сокращаю время к тому, что это действительно момент. Это момент, о котором можно засвидетельствовать, что Бог верен, в Нем абсолютно нет никакой неправды. И каждое слово, которое Он сказал, каждое обетование, которое Он нам оставил, оно обязательно, оно обязательно придет в силу. И я приехал, я, я ни с кем не делился, я думаю. Даже через столько какое-то время я поделился с тобой, Андрей, еще с, с близкими мне людьми, что вот такие вещи с таким impression, да? я приехал скорее, и я молился в один, в один день в офисе, это еще было на нашем южном здании, я конкретно услышал э, слово из 52-й Исаи, вы выйдете неторопливо и не побежите, потому что впереди вас пойдет Господь и Бог Израилев будет стражем позади вас. Вы выйдите не наторопливо и не побежите, потому что впереди вас пойдет Господь, и Бог Израилев будет стражем позади вас. И вот мы говорим сейчас о событиях почти пятилетней давности. И те из вас, которые часть этой семьи церкви христианской веры, вы знаете, как одна вещь привела к другой, вторая вещь привела к третьей, третья вещь привела к четвертой. И вот сейчас мы сидим, три недели до момента, как мы делаем еще один транзишн, да, еще один переход, очень, я бы сказал, пророческий такой переход. И я не знаю, как вы, вы в любое время свободны подключиться, так сказать, но у меня вот такое чувство, вне всякого сомнения, Бог благословил нас этой собственностью на юге. Но вот никогда не было такого чувства оседлости. Я не скажу, что доминировало какое-то понимание транзита, да? но вот я за себя сейчас говорю. Не было такого глубокой, глубокой убежденности, что мы, мы, мы остановились здесь на годы, и на годы, и на годы, и на годы. И хотя мы владели этой собственностью 14 лет, 14 лет и Бог действительно благословил, вот, вот с этим транзишем, с этим переходом, опять я о себе свидетельствую, совершенно другое, совершенно другое чувство, такое впечатление, что мы выходим на наше пространное место. Такое впечатление, что мы вступаем, если так можно сказать, образно выражаясь, в нашу обетованную землю. Не с тем, что юг был Египтом, ни в коем случае, но мы вступаем в свою обетованную землю. Я думаю, пастор, я тоже размышлял много, и многие из нас размышляем о том, что есть Египет, есть разные транзиции в Слове Божьем. Но есть одно интересное место в книге Неемии, когда Писание говорит, что его родственники пришли с Иудеей и сообщили о том запущенном состоянии, в котором находится Иерусалим и храм. И произошла как бы такая духовная реакция. Я очень внимательно изучал, что же произошло, в каком состоянии был Немия. Я понимаю, он был восстановитель, я понимаю, он занимался восстановительными работами, например, в нашем случае Олег занимается больше как восстановлением храма, но я обратил внимание на ее духовное состояние. И вы знаете, что он делал? Он молился и постился. Он искал лично Бога, угу. и он искал Божьего Слова свыше. Он хотел, чтобы Господь коснулся его и его народа. И в его молитве есть один важный стих, в первой главе Ниемии, 9 стих, я с цифрового синодального перевода. «Когда же обратитесь ко мне, говорит Господь, и будете хранить заповеди мои и исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал я чтобы водворить там имя мое. Почему-то Египет как бы не совпадает совсем. Для меня... И если выбирать все три храма, которые народ израильский восстанавливал, все три храма, которые существовали на том месте, которое Бог избрал, мы не можем сказать, что восстановление первого храма было менее важное, чем восстановление третьего храма. Да? Мы не можем сопоставлять, как бы восстановление храмов, но мы можем увидеть параллели, где Господь говорит: если вы обратитесь ко мне, мы говорим сейчас о внутреннем состоянии Церкви, uh -huh. о внутреннем состоянии Тела Христова, то Он говорит: я тогда, даже если вы были на краю неба, тоже глубокие слова. Я верю здесь не просто оговорка или нечаянное использование неправильного термина. Я думаю, здесь намного более глубокий разговор идет. Даже если вы будете на краю неба, то для того, чтобы утвердить мое имя, для того, чтобы исполнить мой, мое предназначение для церкви, я соберу людей, я возвращу людей, неважно, где бы они ни находились. То есть начальная, я думаю, первая реакция, как ты говоришь, вы были в молитвенном состоянии. Тот момент вообще в духовной жизни церкви играет очень большую роль. Это действительно было пять лет назад. Время быстро проходит, но в каком состоянии был пастор? В каком состоянии были лидеры? В каком состоянии была церковь? Мы были в состоянии молитвы? Мы были в состоянии искания Бога? Я надеюсь, что мы не перестанем, а наоборот, будем еще больше расти в этом. Но я просто хотел сказать, что я почему-то вижу параллель. В Писании, где Бог говорит, если вы будете обращаться? Это, кстати, фундаментально, да, и э, как бы демонстрирует, что эти решения, они не были сделаны как-то поспешно, вот в попытке что-то кому-то там продемонстрировать или доказать. Они были сделаны в атмосфере поиска, глубокого сокрушения и смирения перед ним. Бог. Как Христос о себе сказал, говорит, я ничего не творю, если я не увижу Отца. То есть мы заинтересованы в том, чтобы услышать Его голос и делать то, к чему Он нас призывает. Ну и Бог-то в сущности обещает вложить в нас и желание, и действие. Amen. Если мы люди, которые следуем за Богом, вдруг какое-то чувство, я думаю, у всех нас да, происходит, раз какое-то небольшое побуждение. И зная пастыря, друзья, пастырь никогда поспешных решений не делает. Да, кто, кто с ним уже, вы знаете, да? О том, что надо. Если даже у нас на сердце что-то есть, пастор, я знаю о том, что надо по несколько раз. И это хорошее качество духовного человека, потому что решение не принимается на эмоциях. Решение не принимается, как пастор говорил. Это не, не должно быть только Good Idea. Это должна быть Божья идея. Amen? А если мы следуем за Богом, то мы один шаг всего лишь знаете, отстаем от Бога. Я, uh... Мне вообще принадлежит авторство одной книги. Первой. Первой книги, да. Я ее написал несколько лет тому назад и на прошлой неделе прочитал и понял, что она не еретическая. Но это не первый раз я ее прочитал. Я, я понял, что несколько лет спустя после ее написания в ней все еще есть соль. Она называется «Стезя праведника». И практически книга построена или адресует один очень простой концепт, что наша личная жизнь, наша семейная жизнь, наша церковная жизнь – это совокупность сезонов. Вот человек рождается, он не рождается э, взрослым, зрелым. Он рождается младенцем. Младенческий возраст переходит в детский возраст. Детский возраст переходит в пору отрочества. Подростковые годы. Подростковые годы – это фундамент для молодости. Молодость, если она, это тоже своего, своего рода предтеча для нашей семейной жизни. Мы не можем, к чему сводится послание этой книги, мы не можем назначить сезоны, Бог назначает сезоны, Бог в контроле, контроле сезонов. Мы ответственны за своевременный переход от одного сезона в другой. Поэтому, когда ребеночек бегает маленький, и у него палец в носу, в детском, в детском возрасте, то это кьют. Но когда он подросток, и у него палец в том же самом носу, то это уже не кьют. А когда он уже молодой человек, и у него все еще палец в носу, то это уже серьезнейший сигнал для родителей, что нужны какие-то институты помощи для этого, для этого молодого человека. Потому что он не сделал своевременной, она не сделала своевременной транзишн, перехода в другой сезон. Если молодость бурная, особенно молодые люди, послушайте меня, если молодость бурная, ты берешь все от жизни, живешь, как диктует этот мир, помни, что это не будет вечно. И твоя молодость – это всего лишь фундамент для твоей семейной жизни. Если молодость была бурной, семейная жизнь Посеешь ветер, пожнешь бурю. Слава Богу, вы Писание читаете, как здорово. Поэтому то же самое и в церковной жизни. Да, то же самое и в церковной жизни. Когда мы делаем, Бог назначает эти сезоны. То есть мы вне всякого сомнения сейчас утверждаем, что юг – это было конкретное Божье направление. Мы послужили Божьему изволению там. Потом сезон поменялся. Сейчас мы находим себя опять сезон в церкви христианской веры меняется. Он Бог, который назначает сезоны. Наша ответственность временно перейти, не задержаться где-то, не перестоять и в равной мере не поспешить никуда. И вот именно об этих законах, незыблемых, неоспоримых законах перехода или транзиции я веду речь в этой книге. И один из них звучит примерно следующим образом. Духовное состояние одного сезона – это основание для будущего. Как я заканчиваю один сезон в своей жизни, на такой же самой ноте я закончу другой сезон. К примеру, если я заканчиваю один сезон в ссорах, в раздражении, в непрощении, вот с такой ноты я начну и следующий. Мы все это, обо всем этом ведем речь, в контексте того, что через три недели мы переходим в новую собственность. Мы верим, что это новый, новая страница, новый сезон для церкви христианской веры. И вместе с этим поощрить людей вступить в эту эпоху, если я так могу сказать, без всякого ненужного багажа. Я, я думаю, еще важно, друзья заметить в том, что переход не касается только пастора. Переход, когда мы говорим о духовном состоянии, о нашей духовной подготовке к этому новому сезону, ответственность ложится на каждого члена церкви, потому что мы тело, мы организм. Палец не может что-то делать без руки. И когда речь идет о, об этой подготовке или от, об этом переходе, то ответственность ложится на всю церковь, чтобы слышать от Бога. И вы знаете, что народ израильский, пастор провел целый ряд проповедей на ту тему, как народ израильский говорил, давайте, Моисей, иди занимайся с Богом, занимайся с физкультурой, занимайся своими делами, там разберись, и потом нам расскажешь, что там произошло. На самом деле в Новом Завете такое не происходит. Так же и речь идет, когда о церкви, то ответственность ложится на каждого члена. Речь идет о каждом индивидуале, который часть церкви. В Писании есть один пример, когда один человек, Ахан, посчитал ненужным следовать инструкции лидерства. И он подумал, что у него свое мнение. И он чувствовал себя очень уверенным, когда он предпринимал решение по отношению к следующего сезона в жизни Израиля. И он подумал, что я в данный момент возьму просто использую возможность, которая у меня есть, для того, чтобы подготовить свое финансовое будущее. Я подготовлю немного из этих красивых одежд. Из этого происходил момент перехода Израиля в новый этап. И этот человек принял почему-то себе решение, что, возможно, пастор не дослышал от Бога, что мы должны уничтожить все старое. Если мы переходим, значит, переходим все вместе. Если мы переходим, переходим и духовно, и душевно, и, и мысленно. А он посчитал, что мы возьмем немножко вот этого старого бизнеса, и мы используем его для того, чтобы построить новую платформу. И вы знаете, поражение было в этом Гае. Этот Гай им послужил серьезным поражением. Почему? Потому что один подумал, что у него лучшее мнение, чем у пастора. И вы знаете, друзья, я думаю, что в этом... Серьезное для всех нас. Не только предупреждение, но и призыв. Призыв свыше, что мы должны стать на дорогу чуткости. Мы должны стать на дорогу ответственности вместе. Для того, чтобы понимать, что когда мы войдем в новое здание, само собой физические здания не, не отличаются. Абсолютно. Понимаете? А духовно ответственность ложится на каждого из нас стать в позицию. Быть готовыми. Аминь. Я вот нахожу интересным, что ты заговорил за Израиль, они на такой подвышенном таком настроении да, входят в обетованную землю и поражение с жителями Гая. Я сам перечитывал недавно книгу Иисуса Навина и как бы впервые для себя обнаружил, или для меня так сильно оно открылось, что они подошли к пределам обетованной земли. Это книга Иисуса Навина, первая глава. Как раз в канун пасхальных праздников Amen. практически взятие или вхождение в свое наследие имело место в праздничную, в праздничную в пасхальную пору. И мы планируем да, переходить на новую, в новую собственность, провести будем так говорить, первое там служение, как раз на пасхальные праздники. И вот это, Юджин, в контексте того, о чем ты ведешь речь, потому что Иисус Навин, похоже, понимал, очень хорошо понимал, что мое состояние в прошлом сезоне, оно будет фундаментальным для следующего сезона. Вот почему в пятой главе мы находим Иисуса Навина с каменными ножами, производящим обрезание. А я не хочу вдаваться в подробности. Это не надо сейчас озвучивать детально. Это было очень жестоко, это было очень болезненно. Почему Библия говорит, когда народ находился в болезни. Но он посчитал это кричаще необходимым взять эти каменные ножи, потому что за 40 лет путешествия по пустыне они не были обрезаны. И он сделал то, о чем мы с вами сейчас говорим. Если мы входим, вступаем в новый сезон, если перед нами новый день, мы должны наследие старой жизни оставить позади в пустыне, в которой мы провели 40 лет. В противном случае оно настигнет нас и будет разрушительным для нас. И вот в пятой главе, я хочу прочитать эти стихи для вас. Это, Юджин сделал интересную заметку «Электронный формат». И электронный формат иногда предлагает нам серьезные-серьезные фокусы. Так вот, книга Иисуса Навина, и мы читаем в пятой главе, когда все цари Амарейские, которые жили по эту сторону Иордана к морю, и все цари Ханаанские, которые при море, услышали, что Господь иссушил воды Иордана пред сынами Израилевыми, доколе, доколе переходили они, тогда ослабело сердце, и они ужаснулись, и не стало уже в них духа против сынов Израиля. В то время сказал Господь Иисусу, «Сделай себе острые каменные ножи и обрежь сынов Израиля во второй раз». И сделал себе Иисус острые каменные ножи, и обрезал сынов Израилевых на месте, названном холм обрезания. А теперь перейдем в электронный формат. Пожалуйста, не судите меня очень сильно. Это 21 глава. 21 глава книги Иисуса Навина. В русской синодальной вы этого не найдете. Это в электронном формате. Я не знаю, кто приписал это все, но оно там есть. И я не строю из этого абсолютно никакой доктрины, но цитирую для вас 42 стих. Книга Иисуса Навина, 21, 42, электронный формат. «При городах сих были, при каждом городе предместе вокруг него. Так было при всех городах сих». Вот что вы не найдете в Синодальной Библии. «Когда Иисус кончил разделение земли по пределам ее, тогда сыны Израилевы дали части Иисусу по повелению Господню, дали ему город, которого он просил, Фимнафсару, дали ему на горе Ефремовой. И построил Иисус город, которого просил и жил в нем. И взял Иисус каменные ножи. Этого нету, да, у тебя? Нету. И взяли, взял Иисус каменные ножи, которым обрезал сынов Израилевых, родившихся на пути в пустыне, ибо они не были обрезаны в пустыне, и положил их в фимна в саре. Переходим в 24 главу, 29 стих. Тоже электронный формат. Не судите меня, я не делаю с этого абсолютно никакой доктрины. Но вы не найдете в своем синодальном. 24, 29. «После сего умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи 110 лет, и похоронили его в, пределах, в пределе его удела Фомна в сарае, что на горе Ефремовой, на север от горы Гааша, и положили там с ним в гробе, в котором похоронили его каменные ножи, которыми Иисус обрезал сынов Израиля в Голгали, когда вывел их из Египта, как повелел Господь, и они там даже до сего дня. Похоже, если это так было, похоже, эти ножи были настолько значимыми, они сами по себе были посланием, потому что Иисус Навин по повелению Господа обрезывает сынов Израилевых, понимая, что войти в новый день вступить в новую эпоху, унаследовать Богом данную обетованную землю в старом состоянии, мы не можем. Если же мы так сделаем, оно будет весьма и весьма разрушительным для нас. Поэтому наш, наш призыв, у нас остается три недели до нашего перехода в новую собственность, пусть не посчитает никто то с новой собственностью что-то поменяется. Я говорил об этом в прошлое воскресенье, да? Жизнь начинается сегодня. Жизнь начинается сегодня. Сегодня я должен расквитаться с теми пассажирами, если они у меня есть, которые не нужны. Уже сегодня я начинаю жить. Если кто-то думает, что через три недели вещи радикальным образом изменятся в лучшую сторону, то перемена физического адреса силы не имеет в себе. Силу имеют в себе те решения, которые мы принимаем, что-то оставить, чтобы в полной готовности вступить в свой завтрашний день. Я думаю, пастор, еще один пример о транзиции – это когда Иаков а, хотел увидеться своим своей семьей, своим братом, и он а, подготавливается к этому к этому визиту. Это настолько меня трогает, потому что а, когда приходят моменты транзиции, и если мы узнали время посещения, как однажды Иисус плакал за Иерусалим, Он говорит, О, как я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов под крылья свои, но вы не узнали времени посещения. Иаков осознает, что время летит быстро, Он, он не видится с родителями 21 год, он 3, по 7 лет работает по разным причинам. И Он отправляет подарки брату. Потом отправляет с жены, детей. И у него одна мысль, как бы не быть убитым своим братом. У него свои причины, почему он это делает. Но Писание говорит, он остался один. И он лег спать, но это была не, не ночь для, спа, для сна. Это была ночь перед транзишеном, как бы. И Писание говорит, что ангел Божий пришел к нему. И он начал бороться с ним. И Писание говорит, что Он боролся до самого утра. И ангел говорит, мне нужно уже идти. My night shift is over. И Писание говорит, что Иаков говорит, я не отпущу, пока ты не благословишь меня. И вот здесь приходит момент, который мы должны задать себе вопрос. Готовы ли мы заплатить цену за то благословение, которое у Бога есть? Оно есть у нас. У Бога есть благословение для нас. Это благословение выражается во многих сферах. Для церкви, для роста церкви, для прорыва, для духа прорыва в церкви. И задается вопрос, какую цену ты готов заплатить, Яков? Он говорит, любую цену. Он говорит, тогда я коснусь твоего бедра. И Писание говорит, что Бог касается его бедра и уходит. Так вот, представьте себе, утро восходит солнце, и это уже не молодой человек, который обдурил своего брата за чечевичную поту. Это уже старший человек в возрасте, у него 12 детей или 13 с дочерью. И он выходит один на один с братом. И когда человек искал Бога, когда он боролся с Богом, Бог от имени его касался сердца его брата. Где его брат за ту ночь уже не искал его смерти? Он не искал смерти своего брата. Его сердце изменилось. Он выходит, говорит, зачем, Яков, зачем ты мне даешь дары? Я миллионер, я богатый человек. Почему ты это делаешь? Потому что Бог изменил его сердце за ночь. Когда Бог касается нашей судьбы, когда мы ищем Бога, Бог делает что-то с теми, кто вокруг нас. Почему Он говорит, меня коснулось это очень сильно, когда Нееми говорит, Господь говорит Нееми, даже если вы были на краю неба, то на вашем месте ради вас, ради того, чтобы поставить имя мое над этим местом, я позабочусь о всех тех других людях. И когда эти братья обнимаются, уже нету там желания убивать или борьбы потому что произошло обрезание этими ножами. Это обрезание, оно, оно видимо, в духовном мире. Не нужно никому доказывать, что тут победил. Нет. Это происходит глубоко внутри. Если это на самом деле происходит, то Писание говорит, не по зданиям их узнаете их, а по плодам их узнаете их. Аминь. Аминь. Но... И вообще-то, насколько вот эти истории, есть еще очень параллельная история, когда Моисей получает призыв, да? Он очень. И для меня как бы вывод простой: Бог позаботится о том, что Он должен сделать. Он пообещал нам призвание, пообещал нам здание, пообещал нам влияние. Он сделает это. Но Он не будет делать то, что я должен делать сам. Эти ножи должен выточить сам, обрезать свою крайнюю плоть сам, прощать сам. Да, Бог даст мне силы, но я должен сделать это решение. Помните, да, историю с Моисеем. Моисей говорит: пошли другого. Там Бог Бог его убеждает. Друзья, сколько нам Бог иногда мы просим, да, чтобы Бог нам сказал, послал куда-то. Здесь Бог является Моисеем и говорит: иди. Да нет, я не хочу. Там я не умею говорить. Там чудеса дает. Иди. Идет, берет свою жену, берет детей. И в ту ночь, перед вот этой транзицией, перед тем, как он станет Моисеем, такого, кого мы знаем, с кем Бог говорит, самым смиренным, кратчайшим, Бог встречает его в ту ночь, желая поразить его. Только что дал призыв, только что дал благословение, открыл двери. Вау, просто дай мне такое Боже, да? Вдруг встречает, и он хочет меня поразить. Да за что? Потому что я не сделал свою часть. Завета не исполнил. Mm. Тоже должен обрезать был детей. Amen. Перед тем, как... Друзья, перемена от слагаемых сумма не меняется, да? Поменяли мы здание. Слава Богу, это действительно Божий путь. Это действительно то, что Бог дает нам. Похоже, пастор, что 21 день, это еще не, не 21 день для плясок и для... Абсолютно. А для того, чтобы мы начали готовить себя. Бог, где тот багаж, который мне надо сбросить с которым мне не надо туда попасть. Amen. Я вот э, хочу еще раз возвратиться к той мысли, что они э, в канун пасхальных праздников подошли к обетованной земле и совершили Пасху, Первый перешли Иордан э, и Рехон и так далее, и так далее. И вот вы уже наслышаны, наверное, о том, что... Э, я, я абсолютно убежден, что это была от, от Духа Святого идея, Его желание, как-то мне рассудилось сделать этот переход, посвящение, посвящение как бы церковное здание. Оно уже было посвящено целям проповеди Евангелия, и мне рассудилось на этот период в семь недель после Пасхи очень такой знаменательный период да, между пасхой и пятидесятницей пригласить наших друзей людей которые были с нами были с нами неоднократно каждый из них играет свою роль то есть помогли нам вот в покорении нашей обетованной земли мы были с андреем в поездке несколько месяцев тому назад как раз поделился я об этом и возвратились озвучили это в лидерской команде. Поэтому мы рады вот этой возможности. И так как-то как так получилось, что у всех графики сработали. Мы говорим и о, и о Тами Барнетт, мы говорим и о Кен Мэддокс, и Лес Боулинг, и Рик Гадвен, и Джана Вензини, и ряд других людей. Люди, которые, люди, которые были благословением для нас. Да? То есть каждый из них является носителем определенной благодати. И я вот считаю нужным в этом плане, есть, есть один стих в 62-м псалме, это в английский перевод, где Давид говорит, my expectations, мои ожидания от тебя, чтобы мы, как делаем этот транзишн, как делаем эту транзицию, чтобы наши ожидания не были завышены и чтобы наши ожидания не были занижены, чтобы мы жили up to his expectations. И я считаю, что это огромнейшее благословение для нас, как для церкви, входя в эту обетованную землю, пригласить этих людей, принять этих людей как представителей и носителей Божьей благодати. Ты вот хорошо заметил, Юджин, это не вопрос, CFC победила или CFC что-то еще сделала. Мы во всем этом усматриваем непосредственно руку Божью и благодать Божью. Это не какая-то какая promotional campaign, да? Мы говорим о людях, о носителях Божьей благодати, потому что мы нуждаемся. Там и Барнет, когда-то мне сам сказал, говорит, «Вот, вот это я. Он мне говорит, на мне, я, говорит, пастор церкви, но на мне всегда присутствует дух евангелиста. Говорит, посади меня в любом собрании, пусть будет 30 человек, я, 30 человек. я сделаю призыв к алтарю, и хоть один, но покаяться. Говорит, Это благодать на моей жизни, я никуда от этого не могу деться, поэтому в любых обстоятельствах, в которых я нахожусь за кафедрой, я всегда делаю призыв. Если говорить о служении пастора Л.С. Боулинга, наши взаимоотношения вообще возвращают нас к событиям почти 20-летней дан Он в свою очередь является носителем определенной благодати Божьей. Кен Мэттекс, мы говорим о друзьях, взаимоотношения с которыми по 10-15, если не 20 лет, и мы находим себя счастливыми. В том плане, что можем пригласить их, и они сделают свой вклад для того, чтобы нам, оказавшись на том месте, как апостол Павел в одном месте говорит, прийти с полным благословением благословения Христова, да, чтобы быть полностью обличенным в то, что Он имеет для нас. Я верю, что эм, и Апостол Павел и в Коринфянам и в Ефесянам, 4 главе эм, немножко дает основания, почему. Мы хотим, чтобы люди приходили в нашу судьбу. Во-первых, потому, во потому что Бог строит церковь. Мы все верим, что только Бог строит церковь. Он основатель церкви и он является главой церкви. Во-вторых, что Бог поставил в церкви апостолов, пророков, евангелистов, Пастыров. пасторов, учителей. Мы говорим сейчас о том, что когда Бог создает церковь, он также уже наперед позаботился о том, чтобы приготовить нам дружбу, взаимоотношения, для того, чтобы сделать такие органические как бы, соединения с теми людьми, которые могут послужить нам именно в, этой, в этом труде. Я много раз слышу, как, вы знаете, покойный Джан Остин говорит – когда Бог сказал мне строить церковь, я знал, что сам я ее не построю. Поэтому я всегда приглашаю других служителей. Я всегда приглашаю дары, которые могут прийти и послужить телю моему, моей церкви. Мы слышим о самых известных церквях. И вы знаете, как они строят? Они именно строят таким образом. Они понимают. Я слышал, прошлое воскресенье было собрание у Тити Джейкса, Эд Янг был. И Эд Янг говорит, вы знаете, я имею привилегию, когда Т.Д. Джейкс приходит в нашу церковь. Я сижу и размышляю так. Один баптист, другой называется баптист, но на самом деле представитель намного, намного более харизматичной церкви. Тем не менее, и тот, и другой, они почитают нужным для того, чтобы пригласить друг друга в церковь, для того, чтобы определенно зажечь определенный огонь. И я вот слушаю этих людей и думаю, Слава Богу, что с самого начала в нашем сердце было положено то, что мы не будем самыми умными, что мы не будем самыми красивыми. Мы будем обращаться к друзьям, которые придут и помогут. И мы можем проследить. Самыми умными нет, красивыми не мешает. Ну, не против. Ну, как бы это не наша цель, скажем. Если будем красивыми, слава Богу, нет против. Но я говорю за сам принцип, что Бог с самого начала нашей церкви. Я думаю, что это, сердце это принцип царствия. Amen. Я неоднократно люблю говорить Юджин, что царствие оно строится на взаимоотношениях. Аллилуйя. Когда оно становится таким каким-то казенным, механическим, а не органическим, на долгосрочность рассчитывать нельзя. И мы опять, я использую это слово, можем считать себя, считаем себя, потому что от самого начала, от самого начала Сверхъестественным образом Бог делал так, что посылал людей самого разного ранга. И даже с нашим количеством приходили люди, которые вели тысячные, многотысячные церкви. И они посчитали необходимым прийти в эту поместную общину, принести слово, которое нас вдохновило, верили в нас, верили с нами. И это, ну, честно я думаю, с нашей стороны, коль мы на таком рубеже, коль мы на, такой, на таком периоде нашего корпоративного шествия, сделать их частью нашего праздника, предоставить им платформу и принять ту благодать Божью, носителями которой они являются. Я думаю, что это не случайно, что они снова к нам придут, как и не случайен тот факт, где наше новое здание будет находиться. Amen. Это новое здание, где каждый из нас проезжает, и много народа проезжает на перекрестке больших дорог. Поэтому я думаю, что это, если мы говорим за дары, которые Бог посылает духовных, то для того, и Писание говорит, чтобы все тело. Мы сейчас не говорим, чтобы там пастыри, прославляющие заряжались какой-то энергией, чтобы выдавали на следующее воскресенье. Да нет, все тело, включая первую скамейку, последнюю и то, что Бог нам дает именно здание среди нашего народа, да, вот русскоязычного там в том, где просто проезжаем мы постоянно, друзья, видимое место. Пусть начинает зарождаться идея или пусть зарождается влечение духа внутри нас, которое мы вынашиваем, что мы должны там делать. Абсолютно. Все тело должно быть задействовано не только проповедующие здесь платформы, те, которые сидите, у вас есть какое-то желание, которое вы давно вынашивали, продолжайте вынашивать, потому что Бог нам дает орудие, как достигнуть людей через помещение, через тот локейшн. Ты знаешь, Андрей, это настолько ответственно, потому что даже если мы подойдем с той стороны, что кому много дано, с того много спросят. Поэтому пусть будет э, снято с повестки дня вопрос э, большая хорошо сделанная в порядок приведенная каким целям, Господи, mm -hmm. коль Ты нам даешь это пространное место, каким целям твоего царствия mm -hmm. мы сможем там послужить по максимуму. И это на, как раз в тему того, о чем я проповедовал несколько последних воскресений. Он говорит, я я привел вас к себе, чтобы вы были царством священников. Священство, я еще раз повторю, это не вопрос привилегий. Это не вопрос какой-то чести. Священство – это вопрос ответственности и огромнейшего-огромнейшего труда, клопотливого труда. И пусть это прозвучит в сознании, пусть это прозвучит в сердце каждого и каждого из нас. Я не складываю ответственность, как ты говоришь, на пастора, на лидерскую команду, на группу прославления. Вот физический адрес поменяю, развлекайте меня. Нет, я делаю свою часть. Мы одно... Бог открыл эти двери, Бог вывел нас на пространное место, и те, которые для которых из вас, это ваш духовный дом, вы посвящены в более специфические детали с приобретением этого собственности, с этой собственности всех остальных, я не считаю нужным это озвучивать во время прямой трансляции, но это однозначно Божья, Божья свидетельство. рука, свидетельство, конкретное Божье свидетельство, и мы считаем себя благословенными. Другой раз надо pitch yourself, чтобы осознать, что вот этот день, в который мы живем, видим руку Божью, его созидающую благодать. Господи, это настолько ответственно, что дай нам, Боже, благодати Твоей, чтобы нам действительно ее не 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 растранжирить, а действительно послужить Твоим целям и Твоему предназначению. Мы мы будем идти к заключению. Я бы хотел э, сделать еще ударение на то, что э, это Пасха. Первое собрание будет э, пасхальным собранием. Это наша традиция, есть хорошие традиции. И это наша традиция уже на протяжении многих, многих, многих лет. Когда мы на пасхальное служение чтим Бога нашим лучшим приношением. Для кого-то это заработная плата одного дня, для кого-то это заработная плата двух дней или трех, для кого-то заработная плата одной недели, как бы там ни было. Нет приношения слишком большого, нет приношения слишком маленького. Уже сегодня было был адресован этот вопрос и был адресован этот вопрос очень правильно. Возлюби Господа. Сколько любви в моем приношении? Возлюби Господа всей крепостью своей. Мы делаем оценку, мы знаем, сколько это нам стоит. И если из-за любви к Богу мы почитаем Его, Бог не может, Бог не может не отреагировать. Это еще одна из вещей Юджин, быть может. Не так часто мы об этом говорим, но все, что касается устройства этой поместной церкви, оно, оно зиждется на жертвенности людей. Не всегда видимой не всегда озвученной. И это почему врата ада, они бессильны. Дьявол до сих пор не понимает жертв. Если бы он понимал жертву, он бы не позволил распять Христа. Но он проиграл здесь, потому что именно жертва Христа, она до сих пор продолжает совершать потрясающую работу, потому что у него аргумента против жертвы абсолютно никакой. Друзья, я думаю, что вот как раз, может быть, в этот момент мы должны осознать, почему иногда атаки приходят в нашу судьбу. Я не хочу спрашивать, кого, у кого была атака, потому что я довольно уверен, что нету ни одного члена по местной церкви. К которому не придется иметь духовную борьбу, то ли это с детьми, то ли со здоровьем, то ли это с серьезными другими нападками, которые дьявол делает, когда мы становимся этим живым камнем, который вкладывается в строительство церкви, мы соглашаемся взять тяжесть церкви, введение церкви на себя. Поэтому когда дьявол атакует тебя, очень важно иметь близких друзей в церкви, сразу же делиться, сразу же говорить, послушай, у меня атака, я, я под нападением. Почему? Потому что твоя атака, она не личная. Это не просто твой личный какой-то, как американцы говорят, personal demon. Нет, речь идет о том, что мы как живое строение, мы переживаем нападки врага. И это просто свидетельство того, что мы являемся частью чего-то намного большего. Опять же, мы не будем сверхдуховными в этом вопросе, но иногда, когда вещи происходят в духовном мире, и когда ты чувствуешь давление, то помни, что ты не один, что ты можешь прийти в церковь, ты можешь поделиться. И Пуш, вы знаете, я, наверное, самый частый посылатель на Пуш. И я уже туда целую кучу просьб и нужд отправил друзей, близких, родных. Почему? Потому что когда эти атаки наваливаются на нас, то мы вместе, как церковь, можем встать и противостать этим вратам ада. И если мы можем противостать и должны атакам, то сейчас мы говорим о таком праздничной подготовительном сезоне в три недели. И я опять, я хочу, чтобы наши expectations, они были reasonable, да, чтобы они не были way too high или way too low, чтобы мои ожидания, как Давид говорит, от тебя. Андрей, вот в отношении самих приношений, да, в отношении людей, которые, которые, которых сам Бог выделил, да, что, мы, что, мы, что мы должны знать об этом? Ну, в сущности, это приносить мы можем по разным местам, правда, но почему-то Бог говорит принести в дом мой, в дом хранилище. Есть вещи и есть места, которые Бог ставит выше, чем обычные другие места. Написано, что Иисус поставлен выше всего, выше чего? Всего начальства Власть. и он по власти, да имени Церкви. Он, написано, что он поставлен главою Церкви. То есть Церковь это высота. Церковь, это к чему мы должны стремиться? К чему? куда Бог и поощряет нас приносить. И если ты разрешишь мне, пастор, сейчас, я хотел бы уделить буквально пару минут и поговорить об отношении Давида к церкви. Потому что Давид, он создавал, он понимал о том, что ковчег где-то находится в другом месте. Я должен его принести ближе к себе, чтобы быть во дворах дома Господня. Если вы имеете Библию, откройте, пожалуйста, 2 Царств 6 глава. Мы буквально обратим внимание на 13 стих потому что я услышал это, я был шокирован. Здесь написано, что когда Давид начал приносить ковчег Господен, когда несший ковчег Господен проходили по шесть шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Ковчег стоял на расстоянии шести миль от того места, куда Давид хотел принести. Шесть миль – это сколько? Десять километров, да? Сколько мы можем пройти десять километров? Хорошим шагом за два часа спокойно. Медленным три часа, ладно, там они должны нести, пускай будет четыре часа. Знаете, сколько Давиду занял этот процесс? Вот этот стих он открывает назначение, которое Давид уделял для присутствия Божия. Шесть шагов они проходили и приносили жертву. Две жертвы даже, телец и овен. И один человек посчитал, что если принести надо было разделить этих шесть шагов, шесть миль на шесть шагов, это заняло 2437 тельцов и столько же овнов. И если мы рассчитаем, что надо для жертвы уделить 30 минут, чтобы почистить ее, там, заколоть, принести, сжечь, это минимум, там на все скорее надо было больше, но будем по минимуму говорить, то надо было бы 52 дня без сна и без отдыха. Естественно, уделите, пожалуйста, 8 часов для сна. Уделите несколько часов для того, чтобы вы просто могли сделать брейк в течение дня. И 52 дня становится 78 дней. 6 миль Давиду понадобилось 78 дней. Вот такое значение он уделил для храма, будущего храма, да? для ковчега, для присутствия Божьего, потому что он понимал, это место, где Бог избрал. То есть мы прочитываем, проноси, проходили шесть шагов, приносили пожертвы, Думаем, что это, эта процессия заняла 78, то есть два с половиной месяца. А сколько, миль до, сколько миль до того здания отсюда? Друзья, интересный проповедник говорит, если мы посмотрим, сколько глав уделяется Аврааму в Писании. 10 глав Отцу нашему веры, который заложил основы веры. Десять глав. Сколько уделяется глав для пророка Ильи и Елисея? Знамений чудес. Тоже 10 глав. А Давиде посвящается 66 глав. Само более цитируемый в Новом Завете пророк Давид. Друзья, человек, который поставил во внимание служение Богу, хвалу и поклонение и прославление, у которого были куча аппойтментов, поверьте мне, он был царь. Он расчистил свой календарь на два с половиной месяца, чтобы уделить внимание Божьему присутствию. Ну, мы не там, где Давид, мы будем 49 дней переходить. У нас, наверное, нету шести миль расстояния. Но все шутки в сторону. Я думаю, что мысль очень, очень важная. И я возвращаю вас к тому, что было, и дай Бог, продолжит быть практикой церкви христианской веры. Мы подходили к праздни... к пасхальным праздникам всегда очень серьезно, осознавая духовный смысл крови Христа, смысл Его жертвы, Его добровольной жертвы, которую Он принес на Голгофской горе. И мы вступали всякий раз с, с пасхальными праздниками, открывая для себя какую-то новую страницу в церковном... в церковном путешествии. И уже на протяжении долг больше 20 лет каждое Пасхальное служение было чтимо, кроме нашей хвалы, и прославления, особенным-особенным приношением. И этот раз, и этот раз оно не будет э, другим. Мы хотим не для того, чтобы выдержать э, форму или определенную какую-то традицию, но потому что мы понимаем глубокий духовный смысл, который сокрыт в этом. Друзья, должен ли я э, сказать в том, что э, еще раз, это наше свидетельство те из вас, для которых CFC ваш духовный дом, вы сами знаете о том, что мы не брали никаких добровольных пожертвований на это здание. Бог сделал несравненно больше всего, о чем мы могли представить себе. И за это мы Ему остаемся благодарными. Последние три месяца интенсивных ремонтных работ. Интенсивных ремонтных работ. Я не знаю. Не спрашивайте у меня, потому что я не знаю. Но Бог так делал. Что у нас не было недостатка. Все нужды покрыты. Есть еще ряд расходов, даже до, до, до момента, когда мы перейдем. Но мы видели руку Божью, сверхъестественную руку Божью, руку божественного обеспечения. И за это мы остаемся Господу признательными. Есть расходы, связанные с музыкальным оборудованием. Это только одна статья. Есть расходы, связанные с ремонтными работами и ряд других, ряд других вещей. Поэтому э, пасхальный сбор это, – это не сбор на здание, это не какой-то obligation, да? Это наше чисто Бог, я тебя хочу поблагодарить. Я хочу, чтобы в своей личной жизни открыть новый сезон. И мы, как церковь, мы хотим сделать это, мы хотим сделать это с особенным, с особенным почтением. Я только недавно увидел это для себя. Опять это так сильно меня тронуло. Я влюблен просто в эту женщину. Наташа должна смотреть по интернету у нас, но она не обидится. Это, это Анна, мама Самуила, которая спросила его, вот я никогда не видел этого раньше, Юджин. Елкана собирается опять, он очень такой религиозный, devoted man, она говорит: я не пойду. Я подожду, пока вырастет отрок, отнимется от груди, мальчик вырастет, отнимется от груди. Я пойду туда, оставлю его, чтобы он там был пред лицом Господа навсегда. И когда он вырос, когда он отнет от груди, послушайте внимательно, это в вашей Библии. Она собирает младенца и берет с собой три тельца. Никто не требовал этого. Телец предписывался законом для богатых людей. Как жертва посвящения. Она берет три, приводит в селом и говорит, Или, ты помнишь меня? Ну, тот, наверное, не помнил. Она говорит, я тебе напомню, кто я. Я женщина, которая вот там стояла, плакала, ты меня послал назад домой и сказал, Бог Израилев исполнит прошение. Быть может, к твоему удивлению, он действительно его исполнил. Вот мой сын. И она приносит вместе с этим священником жертву. Что вы думаете? Она-то понимала, что с рождением этого сына связан новый сезон в жизни всей израильской нации. И я хочу, чтобы мой сын послужил Божьему предназначению. И для того, чтобы он послужил Божьему предназначению, я связываю это с самой лучшей жертвой, которую я могу принести. Друзья, могу ли я так сказать, что это здание, которое Бог нам дал, это наш Самуил. Бог выводит нас на наше пространное место. И пусть это не прозвучит как-то религиозно, мы хотим в этот праздничный пасхальный день почтить Бога нашим самым лучшим. Для кого-то это заработная плата одного дня, для кого-то заработная плата одной недели, для кого-то заработная плата двух недель. Разницы не имеет. Мы хотим вступить в этот сезон с высоко поднятой головой. Сразу же Бог дает нам возможность пригласить ряд этих гостей, принять их, чтобы печать Божья, чтобы слава Божья пребывала на этом месте. И вот как Андрей уже сказал, это наша сейчас ответственность. Господи, какая моя часть, что могу сделать я, чтобы тот локейшн, то здание, которое ты даешь, он действительно послужил целям твоего царствия. Вот что я хочу видеть. Я хочу видеть в этом здании родильный дом, Amen. дети, которые рождаются в царстве Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу видеть церковь, облеченную в силу. Я хочу видеть молодежь, полную огня. Я хочу видеть подростков, которые полны духа прорыва. Я хочу видеть детей, которые поклоняются и сокрушаются в присутствии Божьем. Я хочу видеть церковь, которая не стыдится благовествования Христова, которая не убегает от духовных проявлений, которая не боится молиться на иных языках, которая не боится исполняться Духом Святым, которая исполняется Духом Святым от первого ряда до последнего во имя Иисуса Христа. Поэтому давайте войдем в этот новый сезон, Пусть, пусть, ваши ожидания, если они были пониженными, пусть они возвысятся. Всякая долина пусть возвысится. Если ваши ожидания были повышены, гора и холм пусть понизятся. Если ты сидел где-то на небесах или в поднебесе, сходи на землю, человек Божий, все нормально. Давайте войдем с reasonable expectations. Да? Но, друзья, это наше время. Будем жить сейчас. Это наше время. То, что в будущем Бог еще имеет для нас, то, что Он откроет, слава Ему и хвала. Я знаю, что то, что Он сделал в прошлом величественно, но то, что в будущем глаз не видел и ухо не слышал. Но воспользуемся этим периодом в три недели, чтобы подготовиться духовно, как ты, Андрей, говорил, взять эти ножи, если надо сбросить какое-то бремя, запинающий грех, если надо развязать какие-то узлы. Если надо быть, может, с кем-то примириться или попросить прощения, или переступить через свою гордыню, в семье навести порядок, что бы там ни было, мы играем, каждый из нас, не только пастор, не только группа прославления, не только лидеры, каждый из нас играет очень важную роль, чтобы нам войти на это новое место, на наше пространное место, без всякого осадка, без всякого residue, да, как мы говорим на английском языке, и послужить Божьим целям и Божьему предназначению. Во имя Иисуса Христа. Амен. Шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом будем входить в то, что Бог имеет для нас. Огромнейшая вам благодарность, друзья, за то, что присоединились вот к такому очень необычному служению а здесь, в Церкви Христианской Веры. Если вы заинтересованы, кстати, приобрести мою книгу. Я даже не знаю за сколько она продается и продается ли. Просто напишите нам, мы вышлем вам копию совершенно бесплатно, стезя праведника, и молитесь обо мне, чтобы я еще парочку написал, потому что желание добра есть во мне, но вот чтобы сделать и что-то со временем немножко проблема. Спасибо вам за то, что вы были сегодня с нами. Пусть ваш транзит, на, серьез... на самой серьезной ноте, если вы обнаруживаете себя в каком-то транзите в семейной жизни, в вашем бизнесе, в ваших личных взаимоотношениях, или в вашей церкви. Помните, один неоспоримый закон, один из нескольких, то, как мы закончим один сезон, он будет основанием для нашего следующего сезона. Мы почтены Богом, мы почтены Богом в контексте этого здания, этой собственности, которую Он нам дает. Вот почему мы считаем необходимым, крещащим необходимым, адресовать эти простейшие вопросы, чтобы нам, как церкви, войти в наше пространное место, новое место с высокоподнятой головой. И мы также ревнуем о том, чтобы и вы на личном уровне, на семейном уровне, как бы там ни было, в свой следующий сезон вошли полные силы Божьей, славы Божьей, огня Божьего и Духа Святого. Еще раз огромнейшая вам всем благодарность за то, что вы были с нами. Мы любим вас, благословляем вас ровно через неделю здесь, в 12.30 по Тихоокеанскому, в 3.30 по Восточному, мы из церкви христианской веры для вас. Божьих вам благословений. И пусть Божья рука будет над вами. Церковь, благословите нашу аудиторию, поблагодарите их за то, что.